Мне напомнил фильм «Место встречи изменить нельзя», «Столом сидят, как искоренить преступность». Знаете, мне все это напомнило, кто такой и где у нас порой, честно жить не хочет. Вопрос потом. Я автор Википедии на протяжении 2 с лишним лет. 4000, почти 5000 правок. В Википедии работают около 50 моих студентов. За все время мы не можем, пожалуйста, на бюрократизм, удализм и хаос. Что мы делаем не так? Спасибо. Серьезный подход к удализму. Одно дело написать статью, это одна ответственность, а другое дело удалить статью. Удалить чужой труд, который большей частью возник в свободное время человека, который вообще должен посвящен что-то другому. Значит, я тоже скажу, у меня проблем с конфликтами, хотя, то есть возникает проблема там. Оппонент у меня возникает, но я их решаю, так сказать, конструктивными методами дискуссии. Но я хочу здесь акцентировать внимание не конкретно лично вас, не указывая, понимаете? Есть проблема в нашем сообществе. Вот это хочу акцентировать внимание. Но пути его решения соблюдать 4-й, 5-й. Вопрос другого. Еще раз. Вопрос, чем я знаю, как эти удалисты. Так что ли? Так получается? Вопрос другого. Мне, я не уверен, что то, о чем вы говорите, носит глобальный. Ты пишешь узкоспециализированные технические сервисы. Твои студенты, вот ты скажи, сколько студентов писали в конфликтных темах или спорных темах? Я не знаю. Вот, пожалуйста, посчитай и после этого задай свой вопрос. Я тебе ответил, что ты делаешь не так. Значит, я хочу сказать о себе. Значит, смотрите. Значит, только я научился с инкубатором, наверное, знаете, да? То есть, если кто-то помнит... Я прошу прощения, вопросы, насколько я понимаю, должны сейчас быть, а потом обсуждение. Извините, конечно. Я понимал эту тему, только я привел исторические статьи. Да нет, допустим, можно специализировать. За мной вопрос закрыт. Вообще вопросов никаких. Ну, когда действительно провокационные статьи, которые, ну, может быть, несколько мнений и так далее. И, допустим, просто количество источников, которые использовались, просто может задавить какое-то мнение. Просто негативных источников может быть больше. Это же не говорит, что предмет статьи негатив имеет какой-то негатив. Просто превосходная штука, вот здесь, в онлайне. И, пожалуйста, вот действительно, вот посмотрите, как было шикарно все разыграно. И Слава, как ведущий, поддался на эту манипуляцию и понес микрофон. Вот понимаете, и вот так вот устроен манипуляция по вопросу выступающей. Не предлагаю то же самое. Вопросы! Я тогда оставлю без комментариев все, что было ранее. Я выскажу. У меня только один вопрос. Приведите, пожалуйста, авторитетный источник. Мы высказывали, что люди, увлекающиеся удализмом, цитирую, больше понимают, меньше понимают в жизни, чем те, которые не страдают. Еще одна шикарная мысль. Вот классика. Есть тоже классика. Есть один источник. Великие коммуникации и великие манипуляции. Вот такая вот. Вот, Сергей, ты молодец. Один источник, который я могу привести прямо здесь и сейчас, это я сам лично. Я еще вопрос, с чем стал. И если я о чем-то рассказываю, то этого предмета точно есть значение. Вот.
Я просил ответить на вопрос. Вопрос был. Источник, что люди, страдающие, прошу прощения, не страдающие удализмом, больше понимают в общем, чем те, которые удализмом. Я не страдаю удализмом. Простите, ваши ученые стихи. Они все равно когда-то доработают.
Вы в этом уверены? Да, конечно. Полностью. Как ваше заявление соотносится с заданием на предыдущих, что оно запрещено? У нас как-то не принято строить предположение относительно того, что может быть. Здесь кто-то раздел, чем я являюсь в Википедии. Ну, я не знаю, есть у вас вообще какое-то правило, которым четко следует все, но всех из этого секций. Ну, в общем, я не знаю, хочется некоторые свои не то, что видели, поделиться. Вопрос. Ну, все-таки. А, тебе сказали же вопросы. Нет. Выступление потом, вопросы. Ничего, что я так это буду поддерживать, как некоторых товарищей. Не, просто чтобы было понятно. Понимаете, без аудитории, чтобы мы сделали одно, теперь другое. Понимаете, он просто хочется высказаться. Вот я тоже тебя понимаю, понимаешь, вот смотри, что сделали люди. Нет вопросы. Теперь нет вопросов. Тяжесть впечатлений в выступлении первого докладчика. Но вопрос такой. Вот вы предлагаете достаточно жесткие меры по отношению к удалистам. Но не кажется ли вам, что вот эти жесткие меры там с многочисленными там, замечаниями, там, даже блокировками, не кажется ли вам, что они приведут к еще большему оттоку участников, чем вот то, с чем они призваны бороться? Изначально у вас проект все-таки на энтузиазме основан. Я думаю, что в проекте энтузиазмов больше. Если у нас, допустим, жесткие меры будут приняты, удалить, допустим, и будут покидать проект участники, удалить, или, допустим, это возможно, то я думаю, что все-таки, во-первых, будет сокращено время, текст, ресурсы, Википедии на вот таких вот обсуждениях. Мне кажется, лучше пускай будет не совсем значимая статья, чем будет огромнейшее осуждение, которое действительно является... Добро. Есть зло, есть добро, есть революция, есть эволюция. Понимаете? И в любом есть правила, есть демократия и так далее. Но понимаете, в любой вещи должен быть какой-то определенный предел. И вот этот предел в части жестких правил в русской Википедии превышает своего какого-то невидимой границы, которую мы не можем определить. Понимаете? Но если у нас люди уходят, это знак. На самом деле, если статью Благовещенский арматурный завод, который более 200 лет существует, из-за того, что там новичок скопировал своих рук из какого-то другого источника, ему сразу в лоб следует удаление, и он обратно не вернулся и не правил, я уже месяц его команду уговариваю, чтобы они взялись за доработку. Понимаете? Это один такой пример. А таких судей? Возможно. Но десятки людей мне сказали, что им стыдно и не хотят они быть в наших людях.